Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Алекс, Вартигонт, Вартигонт Павел и Эртум. Мы продолжаем проходить Half-Life 2, эпизод 2, Synergy на харде. Слишком это было долго, поехали. Павел, он забыл твое имя. Павел. Павел? Черт, я забыл. Павел. Волоколама не забыл, главное. Павел забыл. Волоколама невозможно. О, господи, что это такое за мясо тут? Они были убиты. Не исключено. Нельзя исключать. Их заполонили. Смотри, это говно, господи. Говно. Говно. Ой-ой-ой. Я не нажал. О. Я думал, Алекс опять залипла. А, какая. Мы тут были когда-то, не? Нет. А, если только во время того трипа, когда все таблетки сожрали, которые нашли. Угу. Бля, что я нашел? Нифига! Вот это аппарат. Куда ты пошел-то? Да я здесь. Вау, Алекс зажал меня в стенке. Она во мне стоит? А, нет, да. Вот, отлично. Дырки в спине очень сексуально смотрятся. Ого. Да я же говорю, да, да. Такой дуры можно... Да-да-да. Кому-то полтуловища выбить. Ну, смотри, парень располовинился. Смотри, тачка какая, она будет нашей. Какая из них? Ну вот на экране, которая. На экране? А, во. Это же Dodge Charger. Ну, пол Dodge Charger. Ну, лучше его. Токсичные отходы, юпи! Обожаю. О, смотри, там птица зависла. У тебя она зависла? Где? Что? Да. Она такая... Пока, птица. Алекс, хватит. Ах, она опять чуть не прижала меня к стенке, как... Черт, Вартигон сел за снайпер. Мы, Вартигон, ты народ норовистый. Нас не заманишь сиськами, сестры. Так вот даже, да. Хотя, как не знает, у него самого сисик. Четыре соска, между прочим, позволю себе заметить. И две. Четыре. Хорошо. Сейчас, да. Что вообще там? Между тем, нам нужно до машины добраться на той стороне речки, и при этом все очень плохо. Где, ты уже убежал, как обычно? Нет. No. Ну, конечно, нет. Ты же понимаешь, что все будет очень плохо. Так, закрыто. Не под... Это дырка. Ау! Интернет is for porn. Интернет is for porn. Тё, прыгай, не бойся. Получается, закинуть туда шкаф хотел, ладно. Я понял. Это было подло. Вот тут тоже кто-то обосрался. Чей ребенок обосрался? Па! Получи. Кто орёт, я как бы, я их слышу, но я их не вижу. Вот чем обида. А я вижу. Чёрт. У тебя есть граната? Есть. А этот, как её, вот такая штука вот... Есть. Подожди, не убирай только вот этот вот стульчик отсюда. Ты сейчас какую-то подлянку придумаешь, я же знаю. Так, подожди, чё? Ау, бежим! Да, а, нормально. Ну ладно. Как бы. Тёма, пока. Да, отлично. Я тебя не убил? А, нет. Какая прелесть. Ты тоже не любишь этих тварей, да? Там одна есть, смотри, живая. Ты сдохнешь, нет? Да ты сдохни уже, ну! Да ты сдохни! Она живая еще. Как же они отвратительно верещат, господи. По-моему, очень даже мило. Дома такой вот себе завести, назвать его Ламар. А, это уже где-то было. Я слышал эту историю. Так, хорошо. Ну, пока что... О, китайская пища. Ном! Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном! Да все уже. Станешь. О, господи, боже мой. Очередной вечер российских... Ого! А, это ты? Я думал, это полтергейст какой-то. Точно. Просто ящик летит на меня. Хватит убивать их унитазами. Я пытаюсь. I'm trying. Вот смотри, нас прикрывают. Оп. Нас прикрывает? Да. Почему? Не знаю. Вот себя вели. Заслуги.
Нас прикрыли. Ебай. Нет, тогда сейчас будет что-то по... Нам-нам-нам-нам-нам. Да, это мой ящик. А этот вообще никого. Балбес. О, он тянет мою энергетическую ячейку. Верни, верни. Окуянный. Иван. Иван, что ты делаешь, окаянный? На, получи. Вот так вот тебе, да. Высоко как-то. Вау! Что там, как жить? Там? Я думал, там вода вообще-то есть. Там нет воды. А что делать-то? А я не знаю. На самом деле, ты ожил? Нет, я боюсь потом шевелиться. Не, ожил, потому что, ну, черти где. Ну, ты живой вообще? Нет. Да. Она! Ты очень вовремя появился, последние полсекунды, когда я уже долетал до туда. Да, дарбаль. Да. Сейчас такие, блин, ого, ни хрена ты там порубил. Баль. Дарь, баль. Сделал гады сердцу радость. Не поддается. Прям. Ау! Упал? Ебать! Они же сгорят, надо выключить газ. Парни, держитесь. Получи, души, друг. Ты бы хоть убил его, не знаю. О, зомбай. По-моему, он что-то хочет. Просто хочет поднимать. Понимаешь, тут понаразвелось вас. Ага! Колюшки. До свидания. Ну, у тебя лучше получилось, чем у меня, должен признать. Посыпаю голову пеплом. Пепл. Ты там? Где? Вот тут позвоночник твой, а это берцевая кость. Кто орал? Ты орал? А, к тебе пошли. Ну ладно, чё. Что значит, ну ладно, чё? То есть, значит, да. Что же делать? Наверное, Алекс. Надо. Стрелять. Алекс, come on, shoot it. Ты не сможешь? 5 гранат. Ты не сможешь ломать меня. У меня есть Алекс. Ты не смог. Граната, никого не взорвал. Сломай меня, я спортсмен. Я найду тебя. Я пишу. Там пакость идет, Тёма. Я вижу. Чё, ты опять как унитаз. Ау! По-моему, все убили. Визелиды умерли. Чего, брат? Ладно, все, мы уходим. Та! Почему она не работает? Я хотел подлянку сделать века. Так, это я вообще-то стрельнул. Нет. А, Тёма! Там пакость! Нормально, у меня все под контроль. Нет! Ебать! Не знаю, когда стреляют. Норм. Ого. Капец, я там поубивал, оказывается. Вообще вслепую. Хобовый за шотган. Япона, мать там трупов. Ты его смотрел? Да. Классный. Да. Как у него кондиционный люк на голове, на шее. О, смотри, парень. Ну, а что ты? Офигеть. Тихичка. Как-то перебор, по-моему, не? Кто там? Чё тебе надо? Говно! Говно это два зомба! Подожди, тут нет. Ого. Я нашёл секретный ящик. Я нашёл секретную пилу. Почему секретно? Ну, потому что это секрет. Что-то я нашёл. Ноу! Вот жизнь пошла, я даже ящик не могу сломать с помощью фрезы. Правильно. Нет. Так, погнали. Погнали!
погнали! Где она? Опа, она застряла. Да как так вообще? Это была моя. Да. Давай с крыши уберем всю эту хрень, чтобы Алекс могла их этот... Нет, мне так больше нравится. No. Капец, обязательно у меня под ногами вот это все делают? Аккуратно, тут у нас дырочка. Дырочку. Хорошо. Все, пусть поснимает. Не матерись, пожалуйста. Да нет никого больше. Хотя после того, что я видел в твоих сериях мафии. Ты ничего не видел. Я уже все, просто уже знаю все матерные слова на свете. Даже иностранные, филиппинские какие-нибудь. Филиппинские. Ок. А что происходит? Почему я упал? Граната! Чус, гранаты! Чус, гранаты! Отстань от меня, зомбай, на кусок. Вау, кишки. Толко. Вау. Что это было? Это была тюрьма граната. Я не знаю, что... Вау. Я не имею к этому ни малейшего отношения. Черт, нас обоих. Ну, конечно, это же просто ты. Я? Да, ты. Ебаномань, это все сначала! Ты все испортил! Давай ноклип. Ноклип. Давай, если учиться там. Как же так? Да как-то! Ты понимаешь, да? Смотри, а моя эта штука осталась. Так, ноклип. Вообще не палимся. Куда нам надо? Хорошо, давай, сразу туда, короче. Я не помню, но я думаю, что куда-то... Воу! Че это было? Я не знаю. Нельзя играть с ноклипом. Да я хочу. I must. Попытка номер два. Смотри, как это делается. Супермен, супер... Да. Аккуратно, аккуратно, главное. Вот тут примерно, да. Да, вот тут останься. Тут были? Да, мы тут были. Сейчас он оттуда полезет, этот кричалка. Отлично, все, давай, в темпе. Просто спесина, давай, погнали. Застряли на первом штуке. Смотри, говорит, пацаны, что есть. А, горячо. Так, все, бежим. Давай. Оу, все сначала. Он идет, снизу. Ага. Вау! Так, хорошо. Держи, родной. Ба-ха-ха, вау! Блин, у меня уже весь лоб искусанный. Да ты сдохнешь уже, нет? Да ты посмотри, все, кончили его. Сначала. Нытик. Так, там на самом деле все очень плохо. Парни, выходите. Давайте, парни. Отлично. Плохо. Понравилось. Главное, что он погиб. Остальное все не важно. Просто гении тактики вообще. Зачем ты кидаешь баллончики с аэрозолью? Дай, мазерфакер, дай. О, зомбай сейчас взорвется. Окей. Хорошо. Так, быстро. Все делаем четко, быстро. Как спецназ, давай. Я и просто вообще. Нормально себя разметил, нормально. Попытаюсь оправдаться сейчас. Чуть не выходит. Да нормально. Нормально. Главное, что входит. Да, входит, выходит. Замечательная конструкция. Давай, секретный погнали. Ящик. Вообще бесполезен был. Mm.
Ой-ой-ой. Потерял самую классную штуку на свете. Это все ты виноват. Ау! Мы тут умерли? Да, по-моему. Да. Давай больше тут не будем умирать. Давай умирать в другом месте где-нибудь. Обещаю. Больно. На, получи. Не спи, вставай. Вставай, родной, вставай. Хорошо. Да я буду вставать. Я спать хочу. Либо. Не, представляешь, у них в каждой фразе есть это. Больно. Сынок, иди кушать, я мать. Не хочу, больно. Ты там живой? Или нет? Пока да. Брось. О, кишки летают. Клево. Люблю такое. Я туда вот получи. О, пакость. Окей, вроде бы. Any other fucking questions? Еще где-то рупа. Ебать. Больно, иди сюда. Спасибо. Кто-то что-то ломает. Воу, тихо. Тащи их сюда. Да, получи. Никого не взорвал. Ау! Да ты какой быстрый. Давай убей его уже. По тактике я хочу. Да, по тактике. Давай. Да блин! Что за задержка? Здравствуйте, ебать! Да, убил! Кишки горячие такие. Все вроде. Нет. Еще я должен ожить. Пощади, ебать! Идем за отсюда, ну его. Нахрен. А то как-то больно. Ебать. Больно мне! Больно! Теперь я понимаю, кто он такой. На, получи, на вот так вот. Ты меня, по-моему, оторвал что-то. Ау! Ау! Я испугался. Ня, вот так, вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Вот так. Вот так вот. Ау! А, блин, пока я тут не держал клавомышку, оно умудрилось укусить меня. Это бывает. Так, тяу! Ну что ты? Ты же подождешь меня? Конечно. Ай! Там дерьмо какое-то летает. Куда я попал вообще? Shit flying everywhere. Everywhere. Не бойся меня. Ебать. Ебать. Не бойся. Боюсь. No. Норм. No. У меня зависли один патрон, короче. Все, теперь нормально. А, типа, лоджинг. Что-то упадет, да? Упадет. Нормально. Вау, вообще вентиляция вся в крови. Вообще все. Не вообще, конечно, но там чуть-чуть. Блин, вот локация это... кончится вообще, конечно, нет? Ноу, no. Я no. Боюсь умирать. Ноу. No. Хорошо. Кешки. О, смотри, Гордон Фруман. Это он? Нет. Похож. Они какие-то реально непробиваемые. Да, ну да. О, смотри. Пацаны, пацаны, говорит, чё покажу? Отдай. Вау, дерьмо полетело. Представляешь, что в такую жижу упадет граната? Это же забрызгает всех. Она упала.
Хорошо! Отлично! Хорошо! Хорошо! Парни. Ау! Чем меня пришибло? Придурок, положи гранату. Мне бочкой в лоб улетело, так больно. Обидно, главное. Ау! Что ты делаешь, Вася? Не могу попасть в тупую. Иди сюда! Нет! Встаю, ты встаю. Ебать! У них это из-за приветствия там. Они такой, ебать! Второй такой, больно! Поздоровались, нормально. Да виделись уже. Я такой, ебать! Да виделись. Ты такой, больно! Что она орёт там? Нет. Арена! Женщина. No, no, ау! Не знаю, у меня когда-нибудь инстинкт сохранить. God damn it. Вот это вот боязнь просто. Да, она неотвратительна, ну как. Давай. Лёл, Терминатор. Ты главное я кинул, и ты еще и мои свои гранаты взорвал. А он вообще не там. А ему норм. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А вообще-то говно, это еще ползает. Все. Все? Спасибо. Нет. Да какой там? Да где ты? Я не вижу. А все плавает. А хрен. О, чуть не наступил. Хорошо. Так, ладно. Я, по-моему, начинаю осваивать маленько местный диалект. Ау! 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 Толково я поставил, конечно. Ого. Все очень плохо, на самом деле. На самом деле, норм... Ай, вот типа... Ау! 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 3 хп. Мне хана. Я труп. Наконец-то я остался один. О, да, кишки. Кишки? Кишечки! Почти, я все это поеду. Так, вот так вот. Ау, ау, ау! Зачем ты двигал ее? Я ее вообще не трогал. Конечно. Но ты страшная баба, ты должен выжить. Да, с пистолетом. Конечно. А мне нормально. Больно. Такие, о, может, они поздороваться идут? Ну, а мы тут приперлись. Ага. На. На. Да умрите, на. На. Сейчас этот парень захочет подарить свою гранату. Черт. Не хочешь он там ящик взять? Хочу. Иди возьми. Ты идешь там уже, нет? Иду, да. Ого. Ау. Все очень плохо. Я специально не убивал, подарок тебе заготовил. Блять. Я знаю, ты их любишь. Не, этих-то норм. Какой приставучий, ты посмотри. Вообще. Где там наша машина-то? Не знаю, на мосту где-то. Да, мы сюда пойдем. Нафиг. Не поддается. Черт. Хорошо, чурики, я за рулем. А че это? Какие еще? Давай камень, ножницы, бумага. Во-во-во. Заводи это корыто и валим, потому что что-то тут. Ща. Вообще ничего хорошего, я чувствую. Ну вот как раз вот мост сломался, все как надо. Сама виновата. Ты понимаешь, что сейчас надо сделать? Надо гравипушкой поставить машину на эту сторону моста, чтобы и можно было доехать. А? What? What? Так вот. Вот. Ты видел?
Ты заснял? Ты видел это дерьмо? Я заснял! Это что-то с той стороны вообще полез, я не пойму. Ну, я хотел попробовать. Там так все надежно выглядело. Хватит прыгать по машине. Машина, конечно, всякая аэротюнинг реально просто. Жары нам не хватит машины. Мы умрем, мы пешком пойдем, я понимаю. Что ты делаешь? Машина-то не бесконечная, нет? Так вот тоже. А я даже допрыгнуть до сюда не могу, какой позор. Сейчас, осталось всего три штуки. Ну ладно бы я там, не знаю, специально это делал. Это же просто... Я не знаю, как. А тебе обязательно вот прям вот туда их надо ставить. Просто с этой половины моста поставил. Спокойно, тут я иду. Ну, вы видите, он просто вот намеренно. Он, ну вот. Ну как? Я старался. Старался. А ну давай. Все, оставь. Вот это было опасно. Вау, парень, полегче. Я спас ее вообще. Ага. Травили. А теперь умри. А, ты, я думал, ты упал, обрадовался уже. Что, все сразу надо? Ну, физика... Она такая... Чтобы машина проехала. А, нам просто надо... Ладно. Я думал, нам надо из машин мост сделать. Умно, мистер Фриман, умно. Какой мост? Ну, чтобы, типа, мы по нему проехали, типа, мост. О, смотри. Сваливаем нахрен. Я умру. Здравствуйте! Кишки! Ладно, никто ничего не видел. Страшная баба за рулем страшной машины. Окей, замечательная комбинация. По-моему, не открывается что-то. Сейчас надо похвастаться там перед Алексом. Ну и перестали. Там этот, наверное, в арте. Павел? В арте Павел. В арте Павел. Паша! Пашка! Солнце! Спасибо. А Гордон? Ага. Так, машина двухместная. Пошла-ка ты нахрен, Алекс. Пусти меня. Нет, я приберег это место для нее. Да. Ну ладно. Ау. Это как эти трюки, есть же там, да, народ да, такой с разгона прыгает через машину и плывет. Да что ты делаешь? Ау! Да хватит ты быть таким бешеным. Слушай, пошли уже, да? Серия, да. Полчаса у нас, ты тут стоишь трындишь. Че, целоваться будете? Я гулял. И чё? Всё, поехали. Поехали. Я поеду. Я буду. Поехали. Я хаю уже, да. Куда ты полезла? Ты же через дверь не умеешь заходить. Обезьяна. С гранатой. Чё сказал? Хорошо, поехали. Согласен. Чё? Ох, как светло. Я с чемоданом. А где Алекс? Машине. А, Алекс в машине. Сиди в машине, Алекс. Ух ты, так, прикольно. Так, ну что, давай тут закругляться тогда, что ли. Давай. Всю серию потратили. Ну, по-моему, было весело. Нет. Согласен. Нет. Алекс, ты просто нас не знаешь, Алекс. Давай, давай, пожонглируем этой стервой. Меня, говорит, не укачивает в машине. Ты многого еще не видела. Смеется тот, кто смеется последним. Он смеется в речке. Пока, Алекс.
Черт, застрял! Просто пингвин застрял! Короче, ладно, увидимся в следующей серии, и там продолжим. Куда мы едем? Через Молдавию мы едем в... Домой, да. Окей. Ладно, в общем, я думаю, мы скоро выберемся. Он какая-то подсела к нам. И теперь мне, походу, придется идти пешком, пока эти рассекают. Но как бы там ни было. Так что... Ебать, больно! Пока всем!